9 мая – День Победы. Это общенациональный праздник, и нельзя принижать значимость этого дня. Мой отец Владимир Александрович Орлов воевал, был тяжело ранен, попал в госпиталь, потом снова вернулся в строй. Мама моя, Надежда Степановна, как и весь народ, не жалея себя, работала на фронт. Так что для моих родителей и для меня это самый дорогой праздник. Мы все, братья, сестры и наши друзья, всегда собирались после парада у родителей. Конечно, отец не любил рассказывать про войну. Слезы на глазах, сжатые губы до боли – это мы видели, и нам самим было больно. Поэтому я горжусь своими родителями. Вечно им память. В этот знаменательный день, отдавая дань павшим в Великой Отечественной войне воинам Советской Армии и восхищаясь стойкостью духа нашего народа, мы все должны помнить и преклонять голову перед тем поколением, которое победило врага и подарило нам жизнь. Вечная слава им!